ставки по кредитам вырастут не меньше, чем на 1%. Такие данные предоставили «Известия», опросив представителей топ-50 крупнейших банков страны. С повышением базовой ставки до 5,5% изменятся и условия по депозитам и кредитам. В ряде банков повысили доходность по вкладам. В среднем, по мнению экспертов, они могут вырасти на 0,3%. При этом ставки на кредиты вырастут в диапазоне от 0,5% до 1%. По мнению экспертов, с большой вероятностью изменения коснутся в том числе рыночных ставок по ипотеке и автокредитам. Негативное воздействие, безусловно, негативное, и на этот раз уже заметное воздействие. Повышение ключевой ставки окажет на предприятия, те особенно, которые имеют дело с низкомаржинальными продуктами. И для них коррекция стоимости заимствования на 0,5%, процент, 1,5% может быть существенным фактором, ухудшающих экономику. Однако на сегодняшний день, пока рыночные условия позволяют это делать, некоторые банки играют против ключевой ставки и снижают ставки по ипотеке и кредитам наличными.